Всем привет, с вами Аджай Гейл, и в этом ролике мы будем смотреть, как гуляют мои свиньи и курочки. У меня все есть в хозяйстве. Даже рядом живущие два наркомана. Ну, ладно. Кто-то дерьмо собирается вывозить. Лучше займемся тем, как эффективно и легко захватить аванпост. Аванпост, короче. Что нам для этого нужно? Нам нужна наркота. А чтобы ее сделать, нам нужна трава. Красная и синяя. Хм. Вот у меня тут свой огородик есть. Сорвем себе немножко красной травки. Теперь синей. Ну, как бы вы можете эту травку найти и просто по миру гуляя. Не обязательно огородик иметь как крутой я. И теперь займемся самим аванпостом. Это аэропорт. Неважно, какой аванпост мне надо захватить. Точнее, перезахватить, потому что я захватил уже все гребаные аванпосты, которые есть в этой игре. Но не додрочил еще вышки. Говорят, так. Машина полковника Сена сломалась. Делаем ему нашу наркоту. Инъектор охотника. Потом, это типа как я возвращаюсь на захват аванпоста. Обязательно вам нужно взять вот так, ну не такую снайперку, а снайперку с глушителем, вот. Это все, что нужно для полного счастья в Far Cry 4. Ну и, конечно же, наркота. Так. Колем себе наркоту, чтобы знать сразу местоположение всех этих гребаных террористов. Вроде как. Ну, террористов террористами считают нас, а это как бы правительство здешнее. Ну, неважно. Для нас они террористы. Так, вот мы узнали их местоположение. Для... Этого же никто не заметил, да? Ну, арбалет вам не обязательно иметь. Можно иметь и дрыщинский дешевый лук. Так, что у нас здесь? И примерно нужно их потихоньку вносить, чтобы другие этого не замечали. Я же это сделаю нормально, правильно? Ребятки. Ну, ножик и кнопочка F у вас есть всегда, поэтому никаких с этим проблем нет. А вот с тем, как убить этих подружек, которые ходят, блин, мы с Тамарой ходим парой, есть несколько способов. Можно, во-первых, убить одной пулей насквозь, а еще одного отвлечь камнем или двух, как-то их так разделить и нафиг вынести. Один из тоже легких способов. Так, моя наркота кончилась, но противника я все равно вижу. Это хорошо. А, кстати, я не посмотрел. Я не посмотрел одной вещи. Очень важной. Инъектор охотника второго уровня. Вы можете двигаться практически... А, ну вам не обязательно даже иметь инъектор охотника второго уровня. Обязательно иметь первого уровня. Чтобы просто подсветить врагов. Опс. Это была небольшая осечка, но я надеюсь, он не успел меня заметить. Было бы весьма грустно, если бы успел. Тот мудил вообще где-то внизу. И чувствую, он сейчас меня будет ловить. А, нет. А, оу-оу. Какого хрена? Оу-оу, парень. Парень, не нервничай. Подонка узнает, как солдат убивать. Награду тому, кто найдет его. Да ладно, что ты такой нервный, а? Ну что ты такой... Боги покинут меня, если я не... Что ты такой нервный, а? Подумаешь, блин, увидел мертвых напарников. Кого это вообще волнует? Итак, аванпост зачищен. Приехали наши братки, как всегда, вовремя. Зачем мне помогать, вообще не надо. И, ну, это уже возвращение на аванпост. И таким образом мы получаем максимальное количество опыта с захвата аванпоста. Где-то там 1500. В общем, да. Эффективный и хороший способ захватить аванпост. Ну, а еще... На повестке дня я хотел кое-что сделать.
А именно сходить на охоту и завалить крутую печную зверушку. Мне осталось всего лишь докрафтить две вещи. Одна из них это... Ну, кстати, спасение, да? Давайте спасение выполним. Мудила, блин! Эй! А спасти хочу вообще-то. Меня хотели сгноить в рудниках. Или что-то в этом роде. И там еще... Мне... Осталось много людей. Мне нравится... Прошу, помоги им. Я помогу. Конечно, помогу. Мне вот нравится, они... Когда тебя просят о помощи, они... Добытым тобой мясом можно накормить всю деревню. А вот почему сейчас он рот открывает, а когда я беру квест, он как бы... Не открывает рот. Что за дерьмо? А, в Северном Керате тут снежок. Не, это радует. Хоть какое-то отличие от Южного Керата. Хыч! Ау. Было даже немного больно. Так, а еще у меня есть ножика. Метательные. Кстати, их можно тоже довольно-таки эффективно использовать. Особенно на начальных этапах. А у нас и квестик тут недалеко. Вообще, я раньше об этой фишке охотника как бы даже не пользовался ей. Просто сам как бы помечал фотоаппаратом. Можно, конечно, и фотоаппаратом пометить, но согласитесь, так намного лучше. Во-первых, вы знаете 100% нахождение всех противников и нет форс-мажорных обстоятельств. А во-вторых, лишний раз уколоться наркотой, ну, как бы, в Far Cry никогда не бывает лишним. Именно в Far Cry, больше нигде. Тихо. Да, я не уверен, что начальные снайперки могут так в голову шотать здоровых ребят, но удачи вам. В тестировании. Так, вот он ведет заложника. Там что-то избивают. О! Вообще ой-ой-ой. Задержим дыхание, и сейчас будут эти эпик. Ай, черт, это был не эпик, ну ладно. Я хотя бы не убил заложника, как обычно я это делаю. Так, этот сыт, этот избивает, этот отошел. Идеальное время для нападения. О нет, он что-то заметил. Ты тоже. Они еще и замечают что-то, обалдели. Ну вот, да. Но вообще можно более аккуратно это все делать с помощью лука, арбалета и ножика. И снайперка вам даже нафиг не нужна будет. Это все, что у меня есть. Возьми, пожалуйста. Да, нет времени мне вас обыскивать. Я... Чёртова охота, где она была? А, вон она. Ну тебя я, конечно, толстячок обещу. Ты слишком привлекательный. О! Зверушка. Сдохла, нет? Конечно, сдохла. Чисто убийство, две шкуры. Да, кстати, если захотите поохотиться, то советую убивать луком, арбалетом, метательными ножами или простым ножом, чтобы получать x2 шкуры, в два раза больше шкуры. И вот можно встретить по миру обычную травку. Согласен. Снежок все метет и метет. Так, вот, неделя моды в Керате. Станьте альфа-самцом, убейте вожака волчьей стаи по кличке Безумный Демон и принесите его потрясающую черную шкуру мистеру Шифону. Мистер Шифон, насчет задания. Как я узнаю, который из волков вожак стаи? Жаль, я не увижу, как альфа-анжай убьет альфа-самца. Ты сможешь узнать его по потрясающему черному меху. Кстати, я уже представляю, как великолепно ты будешь в нем смотреться. Вперед, Аджай! И будь неистов. Опять это «будь неистов». Что это значит? Будь неистов? Значит, живи полной жизнью, без страха. Будь отважен, бери только лучшее. И не стесняйся самовыражаться так, как тебе будет угодно, что бы там ни говорили. В общем... В общем, буднистов. Блин, ну фразочка, конечно. Я бы хотел посмотреть на то, как альфа-аджай победит альфа-волка. Альфа-самца-волка. О, господи ты, ну. Да, мне надо взять для этого задания лук. Ах, и буднистов. Эта фраза меня тоже всегда радовала, когда он...
меня посылал. Господи, волки. Как я ненавижу волков. Ладно, ладно. Мне надо быть неистов. Ой, я уже... Так, минус один волк. Пошел в жопу. Ты вообще убегай, ты меня не видишь. Ой, я его тоже убил. Вау. Так, это рыба. Причем агрессивная. Агрессивная рыба. Так, мне кажется, вот этот вот волк, он как бы немножко самец, нет, альфа? Эй, дай, куда в берлогу-то, сучка? И мне кажется. Эй, ребят, чё как? Чёрт. А хочу... Блин, хочу в башку попасть. В башку я должен как бы, по идее, шотнуть. А-оу. Что ты рычишь, скотина? На! Я же в голову попал вроде как, не? Ой, это самец, альфа! Фу! Что такое? Что? Что? Ну кто здесь самец? Кто здесь самец, а? На, кто здесь альфа-доминатор? Отлично! И вот очередное задание выполнено. Мы изготавливаем себе бумажник! Вау, мы можем носить до 5 миллионов говновалюты местной. Которой у меня уже нету нифига, потому что я транжира. Экс. Надо же, блин, откуда у волков столько лута? Эй, вы чё там? Вы чё-то заподозрили? Я вообще-то неистовый... А, я неистовый джай, противный! Иди отсюда! Чё рот открыл-то? Всё нормально, на. А чё, это вся пещера? Это вся пещера, эх, красота. В общем, хочу сказать, что новый Assassin's Creed меня немного разочаровал. Ну как немного, весьма так нехило разочаровал. Но Far Cry 4, от которого я ничего не ожидал, и вообще первые пару недель не хотел в него играть, когда он вышел. Или сколько там было. Ну, в общем, мне эта игра очень понравилась. Чтобы не фонарь. На, физика. В общем, игра мне очень понравилась. Здесь все замечательно. Сюжет понравился, в принципе. То, что выбор добавили, весьма неплохо. А место событий неплохое, Керат, красивое. Задание вот просто классные, интересные, красочные. В общем, ребята, советую поиграть в эту игру. И до новых встреч. Agile Gale, конец связи.